Очень тяжело играть без болельщиков. То есть это какая-то целостность. Вы знаете, целостность пропала, и вот драйва этого не было. Мы ощутили, насколько весомо не хватает нам болельщиков на стадионе, чтобы разделили с нами эту победу. В плане игры ребята молодцы, потому что контролировали игру и потому что именно действовали в том ключе, о котором мы договаривались. Можно было сыграть в первом тайме больше передач вперед, вот, но мы, собственно, об этом поговорили в перерыве. Но в целом все контролировалось, не дали создать сопернику и создали сами моменты. Мы рады, что мы забили 3 мяча, потому что всегда тяжело эшелонированную оборону, всегда тяжело скрывать. То есть позиционная атака – это такой один из самых сложных элементов в футболе. Но, тем не менее, мы справились и были одно единое целое. Вот, я благодарен парням и поздравляю всех с победой.